Великий Новгород примет участников международного детского фестиваля пляжного волейбола. Турнир состоится 29 и 30 июня. В Великом Новгороде фестиваль проходит с 2015 года. И хотя иностранные спортсмены принимают в нем участие каждое лето, официальный статус международного он получил только в этом году. Заявки на участие подали уже 183 команды из 15 регионов России и Республики Казахстан. Также организаторы ожидают команды из Латвии, Армении и Белоруссии. Это для нас большая честь, большая ответственность, но я хочу в первую очередь сказать, что это и признание той работы, которая велась до этого, и предтеча международных соревнований – это проведение в течение 4 лет Всероссийского фестиваля по пляжному волейболу. Всего участие примут порядка 400 юных спортсменов. 29 и 30 июня они сразятся на пляже у стен Кремля, где установят 10 волейбольных площадок. Наша команда, по словам организаторов, вполне может претендовать на призовые места. В отличие от взрослых, которые проходят очень большой путь, прежде чем выйти на какие-то свои олимпийские или мировые высоты, дети могут за 1-2 сезона натренироваться так, что показывает просто прекрасную игру. И, наверное, этим и будет интересен этот турнир. Каждый спортсмен получит майку с символикой фестиваля, а призерам достанутся медали, дипломы и подарки от спонсоров. Кроме соревнований, для участников и гостей фестиваля организуют интерактивную программу с мастер-классами, конкурсами и эстафетами.